Привет всем, меня зовут Корецкий Сергей, и это The Факты. На момент выхода данного ролика на канале либо уже есть 10 тысяч подписчиков, либо вот-вот будет. За что вам огромное спасибо. И в честь этой первой круглой цифры на канале я хочу разыграть между вами 1000 рублей. Для того, чтобы узнать условия конкурса, досмотрите ролик до конца. Из всего обилия версусов животных на ютубе я постарался отобрать самые качественные и интересные с участием царя зверей. И прямо сейчас вы сможете увидеть версус льва с анакондой, жирафом, мангустом и битву тигра сразу с двумя львами. Усаживайтесь поудобнее, погнали! В первом случае в объектив видеокамеры попало столкновение львицы и анаконды. Хотя, возможно, это питон. Кто знает, пишите в комментариях, что это за змея. Змея первой атакует и хватает львицу за морду. Та, в свою очередь, изо всех сил пытается отбиться. И, наконец-то, ей это удается. На помощь ей приходят еще две львицы, что заставляет анаконду ретироваться. Боевая ничья, хоть и нечестная. Следующий случай – это нападение двух львиц на жирафа. Скорее, это не битва, а погоня с элементами акробатики, так как у жирафа мало шансов отбиться от льва, а тем более от двух. Единственный шанс остаться в живых – это сбежать, что и постарался сделать жираф в данном случае. Вот львица предприняла попытку атаковать жирафа, но, как вы можете видеть, весьма неудачно. Мало того, что упала с нехилой высоты на спину, так еще и получила копытом от жирафа. Но в итоге сбежать жирафу все-таки не удалось, и львиный прайд сегодня не останется голодным. Третье видео. Отличный пример безумия и отваги. Львицы решили поиграть с мангустом, то ли сделать его аперитивом перед трапезой. Но не тут-то было. Это маленькое создание дало львицам нехилый отпор. И львицы знатно прифигели от такой наглости. В этом эпизоде, правда, мангусту не слабо досталось. И до него наконец-то дошло, что дело дрянь и пора делать ноги. Можете не переживать, в этой жестокой схватке ни один мангуст сильно не пострадал. И напоследок интересный случай, где в бою не на жизнь, а на авторитет схлестнулись львица и лев против тигра. Тигр себе мирно отдыхал, а львица в это время зашла с тылу и решила напасть на тигра, по только ей одной понятным причинам. Тигр моментально отреагировал и сразу же перевел бой в партер, где львице знатно досталось. Но тут в поединок, как истинный джентльмен, ворвался лев. Обменявшись парочкой хуков и поняв, что для обоих бой может печально закончиться, разошлись по разным углам ринга.
теперь условия конкурса на 1000 рублей. Да ну нах! Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать связанный комментарий со словами The Fact, YouTube и Versus. Приз я разыграю тогда, когда на канале наберется 15 тысяч подписчиков. А розыгрыш вы найдете в группе ВКонтакте, ссылку на которую найдете в описании. Берегите себя и своих близких. Пока!